После сбора зелени мы должны ее помыть. Я беру тазик, наливаю туда 2 литра воды и добавляю пару столовых ложек соли. Размешиваю, чтобы растворилась соль. Соль нужна для чего? Во-первых, с зелени уходят всевозможные насекомые и вымывается лучше пыль и грязь. А все-таки это у нас будет идти в пищу заготовка, поэтому должны помыть. Опускаем сюда укропчик и моем. Убираем все появившиеся вон пушочки от тополя. Где-то может травка какая-то попадется. Смотрите, сколько вымывается грязи и насекомых. Поэтому мы должны обязательно ее помыть. Любую зелень, которую я использую для заготовки, я всегда мою в соленой воде. После того, как зелень вымою, я отправляю ее сушить. Для этого можно ее разложить тонким слоем на какую-нибудь ткань и положить на сквозняк. А можно посушить в сушилке. Если у вас есть сушилка, включить без температуры вентилятор, и он обдует и высушит вашу зелень. Также можно и высушить, направив простой вентилятор на зелень. Нам нужно, чтобы она была высушена от влаги. Приступим готовить нашу первую заготовку из укропа. Укроп я уже подсушила, он подвялился даже. Обязательно это нужно сделать. И сейчас мы будем его нарезать. Для этого я уберу вот эту часть черешков. Мы их пустим на другую заготовку. А на эту заготовочку очень хорошо использовать именно зелень. Потому что эта заготовка будет использоваться как соус для салатов. Нарезаем. Для этой заготовочки нам нужно взять небольшие баночки. У меня по 250 мл. По желанию, кто-то может взять побольше. Но я использую 250 мл, потому что это очень удобно. Долго не нужно после открытия хранить баночку. То есть, если в течение неделю вы ее используете, она не испортится. Плотно баночки не стоит набивать. Сейчас нужно поставить растительное масло разогревать. Берем металлическую емкость и хорошее растительное масло. То, которое вы любите использовать в добавку в салатах. У меня объем в баночках примерно будет литр, поэтому беру литр масла. Ставлю на плиту и разогреваю до 70 градусов. Если вы не можете понять, сколько такое 70 градусов, это когда первый дымочек появляется, вот это 70 градусов. Отключаем и убираем с плиты. Масло нужно остудить хотя бы до теплого состояния. Не чтобы оно холодное было, а теплое. Нужно, чтобы было тепленькое масло, потому что нам надо, чтобы укропчик отдал весь аромат в масло. Поэтому надо, чтобы оно было теплым. Сразу масло не накрываем крышкой, даем остыть, чтобы не образовался конденсат. После открытия баночки для использования масло нужно использовать в течение хотя бы недели-двух, потому что оно, возможно, испортится. Используем масло для добавки в различные салаты. Очень вкусно добавлять в картошечку, хоть в вареную, хоть пюре, хоть тушеную, в любые блюда. Такая заготовочка очень хорошо помогает в приготовлении различных блюд. Она сохраняет аромат укропа. И еще дополнительно сам укропчик как свеженький, когда вы его добавляете в салатик. Масло укропное у нас готово.
Хранится оно только в холодильнике. Желательно его хранить на холодной полке, там, где у вас более прохладно, потому что сам процесс зеленой массы с маслом возможен брожение. И если вдруг вы что-то сделали не так, оно может испортиться. Поэтому такую заготовку советую делать не в большом количестве, а попробовать сначала. Если у вас что-то не получится, возможно, это не ваша заготовка, потому что это сложный процесс, он требует очень тщательной чистоты. И чтобы масло именно получилось, нужно, конечно, процесс провести правильно. И поэтому храним только в холодильнике, используем уже по назначению. Вот такой укроп, который у нас перерастает и становится высоким, и у него обычно стебли вот такие вот мощные. Нам нужно сейчас укропчик слегка подсушить. Он не должен быть влажным. Он не должен быть свежим, как сказать, вот как только с грядки собрали. Мы должны его подсушить. Для этого я сейчас отделяю вот эту часть. То есть вот эти вот хорошую зелень. Мы ее используем будем в другой заготовке. Использовать мы черешки будем для приготовления вкуснейшего уксуса. Вот именно черешки содержат много очень приятных эфирных маслов и сока укропного. И из них получается хороший вкусный уксус, которым можно заправлять салатики. Заправляем укропчиком нашей емкости, где у нас будет находиться уксус. Я беру вот такие бутылочки специальные для уксуса. Они очень удобны. После того, как наполнили бутылочки укропом, я заливаю уксусом. Уксус можно взять любой. Обычный столовый, который в магазине продается. Можно взять яблочный уксус. Любой, каким вы любите заправлять салаты. Я заправляю всегда яблочным уксусом, который делаю сама, и поэтому буду заправлять именно яблочным уксусом самодельного производства. Ссылочка на рецепт яблочного уксуса я оставлю в конце видео. Уксус получается очень вкусный, ароматный, и когда его добавляешь в салаты, он очень приятный. Теперь уксус закрываем и убираем в темное место. Возможно, первое время появится небольшое брожение, потому что у нас будет уксус перерабатывать зеленую массу укропа. Но это не страшно. Это желательно для этого все-таки поставить в какую-нибудь емкость, если будет выброс уксуса. После буквально недели уксус нормализуется и приобретает приятнейший такой запах укропа. Прям нежный запах укропа с небольшой ноткой яблочного вкуса, даже лимонного такого приятного вкуса. И вот эту заправочку очень удобно использовать, добавляя в различные салаты. Особенно очень вкусно использовать в свежей капусте. Когда свежую капусту салат готовите и туда немножко добавляете вот этого уксуса, очень вкусно, просто очень вкусно. Такой уксус я готовлю для заправки салатов. Ну все, теперь в темное место убираем, и он уже будет через недельку готов. Вот такие крупные черешочки очень хорошо использовать для ароматизированной соли. Только не очень толстые, которые, а вот именно вот, ну, у хорошего мягкого укропчика. Они нежные, и они хорошо пойдут для соли. Эту соль можно добавлять и в салатики, заправлять салатики. И использовать в качестве добавки в различные блюда. Ароматизированное уже укропчиком. Очень удобно, кстати, когда нужен укропчик и запах укропа. И вот именно черешочки дают этот хороший запах. Но надо нарезать их не очень крупно. Это очень важно, потому что когда вам в пищу попадаются крупные кусочки все-таки укропа, не очень приятно. В блендере не измельчаю, потому что блендер очень сильно измельчает. Получается кашица. Это совсем не то. Раскладываю на блюдо. И мы немножечко подсушиваем. Можно даже положить в духовку на небольшую температуру, чтобы оно как бы подвялилось. Отправляем подвяливаться. Укроп для ароматизированной соли у нас подвялился. В чем суть подвяливания? Когда вы подвяливаете укроп, он теряет часть влаги. И когда вы его смешаете с солью, он не будет выдавать сок. Поэтому подвялить очень важно. Даже вот я недостаточно еще подвялила, но чтобы все-таки не было выделения сока, мы сейчас перемешаем солью и оставим еще на сутки подсохнуть. Соль
нужно брать обязательно крупную. Если мелкую возьмете, она будет сразу же сок даст. Крупная соль, желательно морскую взять, потому что она более весь состав в сухом состоянии держит, поэтому лучше взять морскую соль. Вот сейчас перемешаем тщательно. Вот соли берется на зелень один к одному. Я беру один к одному. Можно взять чуть больше. Вообще по рецепту, по рецептуре ароматических солей идет один к трем. То есть три части соли на одну часть зелени. По идее это правильно. Вот смотрите, как проявляется очень много частей укропа. Я даже думаю досыпать немножко. Сейчас очень важно рассыпать ее тонким слоем. Желательно. Ну, я вот уберу сейчас на полотенчик, рассыплю. И оставить на сутки, чтобы она как бы подсушилась и подвялилась. Соответственно, чтобы никаких соков не было, она должна остаться сухой. Поэтому сейчас еще рассыпаю на поверхность какую-нибудь полотенчика и оставляю подсушиваться. Можно даже в сушилку положить на полотенчика и подсушить. Это даже вариант даст быстрее эффект, чтобы не было выделения сока. Потому что если выделится сок, у нас растворится соль, и будет у нас просто жидкость. Соль наша подсохла. Хорошо теперь будет стоять. Не даст никакого сока, потому что укропчик подсушился. Хранится она, как обычная соль, в сухом месте. Не надо никуда, ни в холодильник стоять, никуда. В сухое место она прекрасно стоит и хорошо хранится. И замечательная соль, которую можно использовать для, допустим, посола тех же самых салатов, где нужен укропчик свеженький, а его нету. Вот вам, пожалуйста, вкусный салатик будет с укропчиком. Еще одна заготовка, которая мне нравится, я всегда ее делаю, потому что она очень выручает, допустим, добавить в щи, в борщ, как укропчик свеженький. Это заморозка. Как я ее делаю? Я ее делаю по-особенному, не как все. Кто-то скажет, ну, все замораживают укроп. Но как я делаю, я расскажу, потому что я делаю чуть-чуть по-другому от обычного способа. Беру форму для льда и заполняю укропчиком. Это доза, которую достаточно добавлять при приготовлении первых блюд. Всегда хватает вот этой емкости. Вполне этого кубика хватит для приготовления щей, борща. А вот теперь важный момент. Вот таким способом не замораживаю укроп, а всегда добавляю воду. Прям в укропчик наливаю воду и делаю лед. Прям пусть он даже по поверхности. Вода у меня кипяченая, холодная, кипяченая вода. Почему так удобно замораживать зелень? Дело в том, мы прекрасно все знаем, что во время заморозки вся вкуснотень вымораживается. Он менее упругий, менее вкусный, менее ароматный, потому что все вымораживается постепенно. А чтобы этого не происходило, лучше всего добавить воду. Вода сохранит и вкус, и цвет. И в то же время это будет как свежий укроп, когда мы кинем в супчик такой кусочек льда. Он будет именно вкусным, ароматным, сохранив весь свой аромат. И теперь замораживаю. Укроп наш заморозился. Теперь его нам надо вытащить и освободить форму. Я уже перекладываю сразу в отдельную емкость, где будут храниться у меня кубики. Ну что, потихонечку добавляем, замораживаем укропчик и добавляем в емкость. У нас наберется хороший объем заготовочки, и у нас будет чем заправлять наши вкусные обеды. Тем более, вот таким способом укроп сохраняет и вкус, и цвет, и запах. Он как свежий. Его, если даже разморозить, можно использовать, добавлять в салаты. Ну что, вот такими способами я заготавливаю укроп. Мне это очень нравится, потому что каждый способ по-своему вкусен, по-своему используется. И вам советую, выберите, какой вам интересен, попробуйте, сделайте такую же заготовочку. Ну а на этом всем, кому понравилось, поставьте мне пальчик вверху, буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока!